Бананакоину пригрозили первым в России уголовным делом из-за ИЦА. Инвестор, вложившийся в криптовалюту Бананакоин в рамках ИЦА, обвинил организатора первичного размещения в хищении средств. Заявление о возбуждении уголовного дела поступило в Главное управление МВД по Москве. Об этом сообщает портал Hitets.mail.ru. ИЦА завершилась 28 февраля. Инвесторам предлагалось посредством Бананакоина вложиться в выращивание органических бананов в Лаосе. Затем товар должен экспортироваться в Китай. Однако один из российских вкладчиков заявил, что основатели Бананакоина пытались с помощью активов сторонней компании получить деньги под абсолютно виртуальный проект. Инвестор пояснил, что у организаторов ИЦА нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды. Он также раскритиковал бизнес-план проекта, в частности якобы создание фруктовой платформы и партнерство с манговой плантацией в Камбодже. Критики подверглись и заявлению о прибыльности проекта. По его мнению, бананы нельзя вырастить без химудобрений, и органическими они быть не могут. Как отмечает портал, если заявление инвестора будет принято, в России впервые заведут уголовное производство по ИЦА. В конце января Масхабли сообщал, что каждый бананакоин подкреплен 1 килограммом настоящих бананов, выращенных в Лаосе на плантации. По данным Hitets.mail.ru, плантация принадлежит Олегу Добровольскому, Александру Бычкову и агроному Прасану Сангсадхатам. На ней выращивается сорт Ладфингер. Осенью 2017 года бывший брокер Джордан Белфорд, история жизни которого легла в основу сюжета фильма «Волк с Уолл-стрит», заявил, что привлечение средств с помощью ИЦА является мошенничеством. По его словам, это гигантское мошенничество, которое нанесет непоправимый ущерб многим. Он пояснил, что, хотя большинство приверженцев ИЦА не имеют дурных намерений, деятельность 5-10% мошенников может привести к катастрофе всей сферы. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте все-доски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса все-доски.com.